Администрация Одинцовского городского округа напоминает, с 30 марта на территории муниципалитета действует особый противопожарный режим. Установлены дополнительные требования пожарной безопасности. Запрет на посещение гражданами лесов и разведение костров, проведение пожароопасных работ в населенных пунктах. Также запрещены сжигание порубочных остатков и других древесных отходов, выжигание сухой травы и другие действия, которые могут привести к пожарам.